Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из Турции. Обстановка на турецких курортах, насколько все критично и опасно. Уже несколько дней все средства массовой информации пестрят новостями о пожарах в Турции. 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары на юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха туристов из разных стран. К борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис, Манаграф. Пожары произошли в 41 месте в 13 провинциях Турции. Масштабы национальной катастрофы, связанной с пожарами на курортах Турции, представила местная администрация пострадавших от стихии районов. Всего по имеющимся данным, так или иначе, было эвакуировано около 20 отелей, в основном в Бодруме и Мармарисе. Из некоторых гостиниц, в частности «Титаник Бодрум», туристов пришлось эвакуировать по морю. Гостей «Луджа Бодрум» тоже попросили ненадолго выйти на пляж, но после того, как опасность миновала, они смогли сразу вернуться в номера. Россия отправила самолеты Би-200 для тушения лесных пожаров в Турцию. Украина также отправила 2 пожарных самолета в пятницу для тушения очагов лесных пожаров. А вот информация, полученная 30 июля от Генконсульства России в Анталии. В Манавгате и его окрестностях очаги возгорания локализованы. Продолжается пожаротушение в ряде горных районов. В целом курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают туристы, отдыхающие в регионе. При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с Генконсульством оказывают необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы. В Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем. Основные точки возгорания потушены. В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь. Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба, заверили в полном восстановлении своего функционала. Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных туристов. В пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и местным гостиничным комплексам. По ситуации на 12:00 пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха. Призываем всех туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.